Среди мальчиков и девочек, и среди арбитров, конечно, конкурс был очень большой. Отобрали самых федерации тенниса. Вот видите, как раз вот сейчас подает Дель Потро, а там на бортике как раз надпись, да, LTA. Это вот английский теннис, это федерация тенниса. Она так не сохраняет это название от Association, как будто бы только игры проходят на траве. Ну и Уимблдонский турнир тоже принимает участие в организации этого соревнования. Здесь очень интересно. Вот у меня будет возможность, я вас познакомлю с выкладками. То есть вот попробую выдержки из этого материала все-таки вам преподнести или рассказать. Начнут играть. Что касается Дель Поттера, вот его спросили, ну как он себя чувствует. Вы помните, у него пошла кровь из носа. Ну, сказал, что это у меня бывало несколько раз, поэтому вот, ну что ж, это, конечно, неприятно. Говорит, ну, с этим я справлюсь. Проблемы.